Всем снова здравствуйте. Сегодня у меня хороший день. Я еще одну гостью встретила из второго домика. Да, вы у нас гостите. Да. Как вас зовут? Елена. Елена, очень приятно. Меня Катя зовут. Очень кратко спрошу, как вам у нас отдыхается? Как про нас узнали? И все ли вообще у вас тут хорошо? У нас все хорошо. Всем очень благодарны. Спасибо большое за организацию, за питание, особенно за подход к нашему особенному ребенку. Вкусно кормят? Кормят просто замечательно. Угу. Нам дают с собой в лоточке. Ребенок очень плохо ест. И потом на вынос, и дают, да? С собой, да, дома угу. питается, вот набегается, нагуляется. Угу. Вот мы потом сидим с ним, все. Так, узнали также из контакта, из интернета. В соцсетях, да, да, ВКонтакте. Очень думала, долго искала, выбирала, где вот именно, куда его можно вывести. Угу. Долго думала, рассуждала уже, стала сюда писать. Наверное, уже всем надоело здесь организаторам, что, как организовать. Но что. Вы очень беспокоились, хотели спланировать, да, свой отдых, ну, это вообще именно хорошо. Вот ребенок особенный, поэтому были переживания, как его впервые вывести, угу. чтобы никому не было, чтобы он никому не мешал, ничего. И как в итоге, вот вы неделю у нас отдохнули, как в итоге все прошло у вас? Ну, в итоге все хорошо. Он вот счастлив, здоров, угу. все вот. Прыгает, бегает, вот все. И я точно самое так же главное, рада за него. Да, да, что счастливые дети, самое главное. Да. Он играет, он здесь, как есть на море, чем заняться? Да, конечно, угу. вообще бассейн, купался? Конечно, холодный был. Нет, он туда не натонул, он вода не холодная. Угу. Но я с удовольствием, я хорошо отдохнула в бассейне, это самое главное. Но он был с лечением, лечение очень хорошее, массаж ему понравился. Это, наверное, самое, что ему запомнилось, впечатление такое было прям, что это... Он в оздоровительном центре у нас, да, проходил процедуры, и как все терпел мужественно, да? Да, ну, ванночки, конечно, боялся, не совсем мужик, но все вытерпел. Ну, массаж уже, да. Да. Молодец. Ну, спасибо вам большое. Вам большое спасибо за такой санаторий. Ну, еще приезжайте к нам. Обязательно, мы уже думаем на следующий год также. Ну, может, еще новогодние каникулы впереди, и летом приезжайте. Ну, да. Ну все, спасибо вам большое, что согласились, рассказали нашим гостям. Я думаю, что наши гости, каждый в каком-то отзыве найдет что-то свое. Кто-то хочет вывести ребенка, кто-то отдохнуть самой в бассейне. Для этого мы и записываем такие отзывы. И спасибо за это нашим гостям. Вам спасибо за такую детскую площадку. Просто тут все замечательно. Вот просто и лес, и свежий воздух. Ну и самое главное, счастливый ребенок. Да, это точно. Ну, спасибо большое.